Ростов-на-Дону, 12 июля, РИА Новости. Система 112 показала свою эффективность во время проведения в Ростове-на-Дону матча чемпионата мира по футболу, сообщил губернатор Василий Голубев в городском пресс-центре ЧМ. По работе экстренного номера 112, в целом я оцениваю эту систему как эффективно работающую. Качество работы можно оценить как хорошее, результативность высокая, сказал губернатор. Он отметил, что на экстренный номер за время матча и чемпионата в Ростове поступило 140 вызовов, из которых 73 были от иностранцев. Губернатор добавил, что вопросы, с которыми обращались болельщики, были очень разные, но реакция на них всегда была оперативной. Если говорить о наследии, важно сохранить эту систему, которая должна работать и в городе Ростове, и в других городах, отметил он. Ранее сообщалось о двух вызовах на номер 112 от швейцарских и испанских болельщиков, которые перепутали Ростов-на-Дону с Ростовом Великим, забронировав гостиницы не в том городе. Операторы проконсультировали болельщиков и помогли с размещением в отелях Ростова-на-Дону. Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах страны. В Ростове-на-Дону состоялись встречи сборных Бразилии и Швейцарии, Уругвая и Саудовской Аравии, Исландии и Хорватии, Южной Кореи и Мексики, а также 1/8 финала. Другие новости региона читайте здесь.